игра тяжелая. Игра тяжелая была, я уже отметил, в первую очередь это поле очень вязкое и тяжелое, неровное вдобавок. Вот. К сожалению, еще говорю, что все-таки я считаю, что должны готовить поля, чтобы было всем хорошо играть. Вот. Жалко, конечно, что не дотерпели. В принципе, еще раз говорю, что и моменты у Тамбова были хорошие, они могли забить, но учитывая, что мы вели 1-0, почти до конца игры там немножко оставалось времени. Вот. К сожалению, заработали не обязательно 11-метровый. Но я уже отметил, в принципе, будем по зернышку, как говорится, собирать очки. Это очко тоже очень хорошее. Значит, есть какое-то движение вперед. Ребята, почему мы так во втором тайме рано замены сделали во втором тайме? Вот. Костадинов то же самое из-за поля. Потому что икроножную начала, как говорится, сводить у него. Вот. Потому что отыграл 45 минут, конечно, мы потеряли его. Это для нас была потеря. Вот. Ребята, я думаю, что где-то так уже подсели были и сели низко в оборону. Вот. Естественно, они, наверное, хотели все-таки сохранить счет. 1-0 нас устраивал. Играли по счету. Но еще раз, жалко, что не дотерпели. А те моменты, которые были, там в основном моменты были просто... Шел такой навал, там не было такого, как говорится. А за счет навала, да, создавали опасные моменты. Возвращение я уже отметил, что после перерыва Женя вернется в общую группу. Он даже сейчас в перерыве будет, после паузы он начнет тренироваться. Вот. И я думаю, что в ближайшей игре, я думаю, что мы все его увидим. Вот. А то, что приобретение нападающего, это, ну, работа идет, я думаю, что все-таки появится у нас нападающий еще один. Хорошо начали игру. Первые, наверное, минут 12-13 игра проходила по нашему сценарию. Затем необоснованные ошибки на своей половине поля при переходе из обороны в атаку. Начали терять мячи, поэтому немножко игра переместилась на нашу половину. Плюс очень не понравилось, как сыграли сегодня наши нападающие. Вот. Из-за их несогласованных действий и... Поэтому как-то мы первый тайм, он такой скомканный, вот, и плюс этот гол пропустили, вот. А второй тайм, это, наверное, лучший второй тайм за наше время, вот, потому что, ребята, и достаточно количество моментов, и видна была страсть, и была видна жажда, на поле была команда с характером, которая хотела добиться положительного результата. Забили один гол, еще могли вытащить такую игру. Но положительный момент, это первая игра, где мы проигрывая, отыгрались, заработали очко. Вовку мы поблагодарили, да, он хороший период провел в нашей команде, помог нашей команде закрепиться в премьер-лиге, поэтому мы работаем для того, чтобы ребята, которые проявляют у нас, уходили на повышение. А, конечно, будет какое-то время не хватать, но как сегодня Анук вышел на замену, как сегодня Миша Костюков сыграл впереди и как бы на оптимизм. Да, мы обращаем на это внимание, там в этой опорной зоне Валер Чуперк немножко недоработал. Что касается гола Айртона, Айртон забивал и штрафной после рикошета, не успели накрыть. Что касается Кучаева, там была быстрая ответная атака соперника, поэтому все эти голы немножко разные. А то, что сегодня недоработали в опорной зоне, то да. Да, ну, вратарская доля такая, знаете, вот нападающий не забьет 5 моментов, никто про это не вспомнит, вот, а вратарь может ошибиться и будут вспоминать ему полгода. Нет, мы абсолютно доверяем Сергею, но обидно пропускать такие голы, но никто от этого не застрахует. У нас 4 дня, мы сейчас распускаем ребят на 4 дня, они разъезжаются по домам, потом опять здесь в Саранске собираемся, мини-сбор проведем, функциональная подготовка, стандартное положение, переходные фазы из обороны в атаку и обратно. В принципе, то, над чем мы всегда работаем.